Ага, вот здесь можно выйти. Быстрее на лестницу. Быстрее, быстрее! Лестница упала, нет! И училка за нами. Она на крышу не может? Ты что тут делаешь? Хватит лазить по моим крышам! Хватит ставить нам двойки, понятно. Злая училка. Как тебе залезть? Я не понимаю, что происходит? Вылази, вылази, толстый кот. Что, энергия закончилась? Нет, да нет же. Да ну как такое возможно? Я успею, я должен успеть. Коты, это просто эпик фейл. Ух ты, скейт! Ну ладно, еще раз прокачусь. Как я умею, супер классно. Уху, ой, что это? Боженьки мой! Ага, получил училка. Какой бы сюрпризик мне придумать, летучая мышка. Мой любимый боится летучих мышей. А если я положу их в подарок, он испугается. А я типа такая, спасаю его и ничего не боюсь. О, здорово, коты, с вами котенок Лайк. И мы снова пришли к нашей злобной училке. Вы видели, она хочет напугать своего любимого летучими мышами. Он типа их боится. Пишите в комментариях, кто тоже боится летучих мышей, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, тогда ваши учителя будут очень добрые, а не такие злые, как эта злая учительница Мисти. Кто не в курсе, это училка, которая всем постоянно ставит двойки и наказывает нас все время. Коты, это очень злая учительница, и сейчас мы пробрались в ее дом, чтобы устроить какие-нибудь прикольные пранки. Посмотрите, у нее здесь спортзал. Серьезно, умести гантели по 20 килограмм? Я если такие подниму, у меня сразу все штаны и пукан порвется. У нее-то тем более. Она пока ходит на первом этаже. Нам надо что-то придумать с этими летучими мышами. Как-то так приколоться над ней, чтобы ее план не удался. Это что такое, шкаф дырявый какой-то? Вы посмотрите, как можно дома держать шкаф с гвоздями? Ведь если туда повесишь вещи, они просто все порвутся и будут в дырках. Это у нас что за комната? Капкан, блин, главное в него не попадаться. Капкан на медведя, Мисти очень злая. Подождите, это что? Неплохая клетка, мне кажется, она нам пригодится. Мы можем устроить пранк, найти настоящих летучих мышей. Точно, и подсунуть их в подарок. Вот это будет прикол. Правда, нас уже пытается поймать злая училка, но мы вроде как от нее сбежали. Оу, вы посмотрите, мы здесь раньше тоже пранки устраивали, взрывали барабан, будто синтезатор разбирали. Это было очень круто. Можно на нем поиграть? А, да. И сейчас она, наверное, сюда придет. Хотя нет. Фу, ладно, Мисти, пока ты там ходишь. Мы тут ищем выход отсюда. Куда можно поместить вот эту клетку, чтобы поймать летучих мышей? Вот это вопрос, коты. А, смотрите, лестница. Где вообще могут прятаться летучие мыши? Как вы думаете? Мне кажется, в какой-нибудь трубе. А где лестница? Блин. А мы теперь не залезем. Труба-то на крыше. А лестница куда-то улетела. Серьезно? И что теперь делать? Блин, вот это засада. Походу придется пранковать заново. У этой чокнутой училки даже лестницы какие-то сумасшедшие. Ё-моё, куда она улетела-то? Я вообще понятия не имею. В космос. Первая в мире лестница космонавт. Давайте сделаем по-другому. Сейчас мы ее берем и попробуем как-то ее так поставить, чтобы она уж точно не улетела. Да ё-моё, вы серьезно? Что происходит, Мисти? У тебя тут какие-то чеканутые лестницы, которые летают. Такое же не может происходить постоянно. Я думаю, в этот раз у нас точно получится, потому что это просто полное безумие. Как лестница может улететь? Она ж тяжеленная, здоровенная. Давайте чуть поближе подойдем и как-нибудь вот так вот мы это сделаем. О, отлично, прям все на голову поставили. Но тем не менее, мы вроде можем на нее забраться. Правда, она шатается и падает. Блин, это засада. Но у нас почти получилось. А если
Как-то вот так. Нет? Все равно улетело. Да ё-моё, мы походу с этой лестницей намучаемся. Ну, я надеюсь, что в этот раз все получится. Главное встать подальше и не рухнуть вниз. Ну что ж, давайте. Чпоник. Ага, прикол. Ё-моё, сейчас нас придавит. Слушайте, ну она хотя бы не улетела, это уже хороший знак. А как ее снизу теперь? О, отлично, смотрите, коты. Мы ее вроде как поставили, но наверху, я надеюсь, что она не рухнет. В принципе, на второй этаж мы можем и так подняться. Через кухню. Главное, чтобы она нас не поймала и эта лестница не рухнула. Вот тогда все будет супер. Быстрее бежим за клеткой. Я запомнил, где она находится. Вот здесь вот. Забираем. И теперь надо будет выбраться как-то нам на крышу. А где у нее спортзал? Я уже не помню, коты. А, все отлично. Лестница надежно стоит. Быстрее бежим. Фу, я надеюсь, она действительно не упадет. Где здесь труба? Ставим мы сюда. А, вот она. Точно. Я знаю, что у Мисти грязная труба, потому что она не любит лазить по трубам, как Санта-Клаус. Ё-моё, она здесь везде замки навешала. А я могу перепрыгнуть? Да, вроде я не настолько толстый, но залезть я не могу. Это очень жалко. Возможно, всё-таки в то окно я смогу запрыгнуть, потому что я не хочу обходить через главный вход, потому что там ходит злая училка. Все, супер, коты. Сейчас надо включить плиту, чтобы в вытяжку вылетели все летучие мыши. Серьезно, они у нее там живут. Хо-хо-хо. Быстрее бежим наверх. А, нам же здесь надо подниматься. Что-то я торможу, коты. Сейчас мы этой училке устроим пранк за все двойки, которые она нам опять наставила. Злостная училка. Откуда такие берутся? Она где-то на втором этаже. Ё-моё, она, по-моему, сюда даже идет. А, нет, она вон там. Главное, чтобы она сейчас нас не поймала. А то это будет Габелич всему пранку нашему. Ага, вот здесь можно выйти. Быстрее на лестницу. Быстрее, быстрее. Лестница упала, нет. И училка за нами. Она на крышу не может? Ты что тут делаешь? Хватит лазить по моим крышам. Хватит ставить нам двойки. Понятно. Злая училка. Как тебе залезть? Я не понимаю, что происходит. Да я сам не пойму, что ты бегаешь на одном месте. Какая-то странная учительница. Но плохо, что у нас упала лестница. Я не знаю, получится у нас забрать или нет. У меня закончилась энергия. Фух, я нашел еще баночку с энергетиком. И злая училка нас все равно заметила. Давайте шуруем отсюда, ва. Как же нам теперь забрать клетку? Если мы снова будем ставить эту лестницу, она по-любому рухнет. И это очень печально. Здесь нету другого подъема на эту крышу. Ладно, будем пробовать, коты. Надеюсь, у нас все получится. Скрестить свои пальчики на лапках. Мы сейчас, опа, сюда запрыгиваем. Не забывайте ставить лайки, подписываться на каналчик. Сейчас мы забегаем, здесь у нас спрятаны летучие мышки, которых мы должны поменять на настоящих. А где спортзал? Он, по-моему, там. Все, отлично, коты. Интересно, я вот так запрыгну? Она не рухнет? А! Давай, давай! Блин, пролетели сквозь стену, это печально. Слушайте, так, наверное, невозможно. Хотя, вроде, казалось бы, что... Все-таки это реально сделать. А, нет, коты, придется заново ставить лестницу. А это самое сложное в этой игре. Может, где-то ее в другом месте разместить? Я не знаю. Давайте вот так попробуем. Воу, она танцует брейкданс. Что? Серьезно? Хочу вот так. Давай. Нет! Ну куда она улетает? А, вот она. Давайте снизу, как в тот раз мы сделали. Она у нас просто наверх улетела и поставилась. Во, серьезно? Это работает, коты. Если вы хотите поставить лестницу наверх, вам надо спуститься вниз. Вот такой вот лайфхак. Запоминайте. Фу, вот это жесть. Мы столько мучились, а оказывается, можно было просто
снизу эту лестницу поставить? Э, училка, ты вообще вниз пойдешь, нет? Чё она здесь шляется, я не понимаю. Какая-то она реально чеканутая. О, это снова мы. Здорово. Вы слышали? Она на себя смотрит и говорит: «Вау, я реально прекрасна!» Да такая уж себе прекрасная ты. Для своего муженька. Наверное, только. Все, быстрее бежим. Где лестница? Вот она. Я не знаю, как мы ее так поставили. Ну, быстрее залазим. Забираем летучих мечей. Давайте. Да что ж ты будешь делать? Почему у меня все время энергия заканчивается? Хорошо, что у меня полные карманы энергетиков. Хотя они очень вредные, поэтому не советую им кого-то пить. Опа. Смотрите-ка, она на втором этаже. Быстренько спускаемся. Ё-моё, она же закрыла эту дверь. Сейчас нам надо сюда залазить. Не, я что-то слишком толстый. А, все, влез, господи. Я думал, уже разжирел, пока тут бегал. Хотя все должно происходить наоборот. Быстрее меняем, закрываем и тусуемся отсюда. А, ё-моё, она же все позакрывала. Быстрее на улицу. Вот это сейчас будет прикол, вы представляете? К ней придет муж. Она ему типа: «Надержи подарочек», а там такое, это просто жесть. Забираем энергетик и прячемся, потому что это мести очень глазастая, она может нас заметить абсолютно везде, просто во всех местах. Даже если мы будем стоять за километр, она типа: «Эй, кто там, кошатина вонючая? Сейчас я ей устрою взбучку». Давай, взбучанская. Эй, дорогой, открывай. О, бабка, что это? Это же летучие мыши. Ты что, с ума сошла? Эй, такого не должно было быть. Бежим быстрее. Они нас съедят. Я запрыгиваю наверх. А я за тебя. Эй, отпусти, ты что, сумасшедший? Кольготки порвешь мои. Хо-хо-хо, коты, вот это прикол. У нас все получилось. Вы видели, какое у нее было лицо? Она просто рванула, как сумасшедшая. С этой кухни. Фу, давайте еще поприкалываемся над нашей училкой. Ух, какой классный скейт! Я в молодости такая крутая была! Уху, погнали! Сейчас сальтуху крутану! Хо-хо-хо-хо. Ё-моё, вы посмотрите! Я просто супер-пупер-скейтер! Ничего себе, вы видели, коты! Хотя на самом деле этот скейт она украла у меня, когда я катался в школе на нем. Она отобрала, сказала типа: «Эй, алло, Вася, у нас тут нельзя кататься на скейте, ты понял меня? Значит, нам надо как-то над ней приколоться, чтобы она вернула мой скейт и никого больше их не отбирала». Ну, сальтуху она крутанула классную, согласитесь, поэтому обязательно ставьте лайки за нее. Где она может прятать скейт? Слушайте, у меня есть идейка. У нее же есть такая комнатка, где все расписано по-молодежному и крутому. Вообще, наша учительница была панк-рокером, насколько я понимаю, в детстве. Ну как в детстве, в школьные годы. Вот, посмотрите, она умеет играть на инструментах. Слушайте, а может быть она преподает у нас музыку? Хотя на самом деле она говорит, что она мастер уроков по всем урокам. Ладно, у нас теперь есть скейт. Как бы нам сделать такой прикол? Она выезжает вот сюда вот, на улицу. Надо что-то налить или намотать, в чем она запутается и подскользнется. Точно, коты, надо какой-то такой пранк сделать прикольненький, чтобы она на скейте куда-то врезалась. Нам просто повезло, что мы не попали в капкан. Это была бы просто жесть. Вы прикиньте, капкан за ногу, цап, и все. Ты никуда не выберешься, а какая-то боль, это просто сумасшествие. Окей, у нас есть скейт, масло и чего-то нам не хватает. Или этого вполне достаточно? Слушайте, а давайте-ка проверим. Училка там идет. Сейчас мы берем скейт. Где она, по-моему? Тут стартует. Сейчас она ушла. Берем масло. И разольем прям вот где-нибудь здесь. Училка, давай иди сюда. Вот сейчас будет прикольчик. Она, скорее всего, разгонится, подскользнется и рухнет. Прячемся.
Но это попроще, чем с лестницей, с которой мы пыхтели. Подождите, у нее вторая лестница. Можно было здесь ее тогда брать. Ё-моё. Ладно, давай. Наша училька, скейтерша, спортсменка. Кто-то разлил масло. Пранк у вас не удался. Ё-моё, коты. Этого не хватило. Точнее, мы, походу, что-то сделали не так. Она должна была сначала подойти к скейту, а только потом увидеть масло. Хотели приколоться, ничего с ней выйдет. Я как круто каталась, так и буду круто кататься. У-ху. Я просто сумасшедшая. Это точно. Crazy teacher. О, она сюда идет, а почему сразу сюда? Надо, значит, прятаться. Побежали наверх. Она открыла дверь. Это неплохо. Нам это очень понадобится. Сейчас мы забираем скейт. И все-таки, мне кажется, чего-то нам не хватило, помимо масла, потому что это было бы слишком просто. Но сейчас мы все посмотрим. Как же здесь спуститься-то? Надо быстрее шуровать. Давайте глянем. Может, что-то есть на кухне, она идет сюда, быстрее прячемся. У-ху-ху. Заходим, здесь у нас, ну, вообще ничего на самом деле нету. По шкафам глянем. О, подождите, полиэтиленовая пленка, точняк, слушайте. Ее можно будет неплохо намотать и сделать отличный пранк. Возьмем ключ. И нам не хватает масла. О, удачно мы взяли ключ. Как раз она закрыла. А что не открывается-то? У нас же есть ключ. Уже не работает, что ли? Ключи. Училка, ты что? Ай, ё-моё, она в подвал пошла. Вы прикиньте, как только мы туда двинули, она тоже сюда пошла. Я не понимаю, почему замок не открывается. Это немножко странно. Она действительно идет сюда, где мы. Вот это хитрая учительница. Возможно, она нас услышала, что мы тут шляемся по ее подвалу. Ага, здесь зеленый замок. Ну, просто супер, я вам скажу. Все позапирали. Хорошо, нам не хватает только масла, которое мы там и должны. Блин, она где выходит-то? А, все на улице. Я сразу и не понял, куда она пошла. Забираем. И прыгаем наверх. Теперь она. О, все, смотрите, быстрей! Все как надо у нас, кроме зеленого ключа, которого у нас нету. Мне надо быстрее как-то выбежать на улицу, чтобы пранк удался. Вылази, вылази, толстый кот. Что, энергия закончилась? Нет! Да нет же! Да ну как такое возможно? Я успею! Я должен успеть. Коты, это просто эпик фейл. У нас закончилась энергия. Надо нам взять новую. А, все отлично. Ё-моё. Теперь надо прятаться. Я надеюсь, что пранк получится. А вон баночка с энергией. Ух ты, скейт! Ну ладно, еще раз прокачусь. Как я умею, супер классно. Уху, ой, что это? Боженьки мой! Ага, получила училка. Я вам устрою, мелкие шкодники, двоечники. Всем вам колов наставлю, вы поняли меня? Эх, вы хулиганы. Уху, коты, отлично, новый пранк удался, это просто жесть, вы видели, как она полетела, потом все запуталось. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачки, всем пока.